Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины, скульптуры, предметы искусства и описание к ним из книги «Великие музеи мира». Корона султана Бантены, остров Ява. Около 1700 года золото, литье, ковка, инкрустация, сапфиры, изумруды, жемчуга, эмаль, высота 17. Бантена – провинция, расположенная в западной оконечности Явы, контролирующая переправу на Суматру и пролив между двумя островами. Эта территория всегда имела стратегическое значение для всего архипелага. В период с 16 по 19 век здесь располагался султанат, игравший важную роль в распространении ислама в Юго-Восточной Азии. Эта золотая корона принадлежала правителю Бантены и передавалась по наследству. Она выполнена в виде сферического ажурного каркаса, изображающего растительность, и инкрустирована драгоценными камнями. Навершие по форме напоминает бутон лотоса. Его украшенные эмалями лепестки поддерживают крупный изумруд. После многочисленных попыток в 1832 году голландцам удалось завоевать султанат и захватить дворец правителя. Однако целый ряд его регалий сохранился в Индонезии и сейчас демонстрируется в Национальном музее. Вот такое описание к работе короны султана Бантены, остров Ява, 1700 год, я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.